Иммунные заболевания. Это бич тиреоидологии. То есть у нас вал аутоиммунных тиреидитов Хашимото, плюс у нас аутоиммунные заболевания, это болезнь Грейвса, а все остальное это уже йододефицитные ситуации, там еще что-то. Ну тоже их много таких больных, но немножко не о том речь. Смысл в том, что если мы, не убедившись, что у человека нет аутоиммунного заболевания, дадим препарат с эхиноцеей с высоким содержанием экстракта, не равен час, что мы этот аутоиммунный тиреид подстегнем. И плюс, если вы помните, что есть ограничения по йоду при этих заболеваниях. Если человек получает с той же самой ламинарии, например, суточную потребность, это хорошо при аутоиммунном заболевании, там, до 150 микрограммов в сутки. Но при этом надо учитывать не только препарат, но и поступление с водой, прежде всего питьевой, с продуктами питания, плюс около 5% из воздуха человек получает. Вот прежде всего надо смотреть на дозировки, сколько экстракта эхиноцеи, сколько экстракта ламинарии там, по содержанию йода в пересчете хотя бы, да? И отсюда уже плясать, то есть с головой надо к этим вещам подходить, тогда все будет хорошо.